Итак, продолжаю свой обзор аккаунта VIP PIM. Мы в разделе рекламодателю находимся. Значит, вы можете добавить, то есть заказать как бы свою рекламу. Для этого нужно нажать на кнопочку «Добавить услугу». Здесь вот появляется такое окошко, вы выбираете, что вы хотите. То есть увеличить посещаемость сайта, там, по соцсетям и так далее. И, соответственно, что вы хотите, то вы и делаете. Здесь название своего сайта указываете, его URL, тут, ну и так далее. Разберетесь, я думаю, вот здесь проблем особых нет. Ну, возможно, даже будет когда-то чуть попозже видео. Так, что здесь? Посмотрим услуги. Так, ну, видимо, пока мы не создадим услуги, здесь у нас ничего не появится. Здесь, видимо, будут отображаться все наши созданные нами услуги. Ну, здесь баланс. Мы, естественно, для того, чтобы разместить какую-то рекламу, должны ее оплатить. Для этого мы должны внести деньги на свой счет. Вот, можно это делать из системы WebMoney. Так, раздел шаблоны. То есть вы можете создавать какие-то шаблоны своей рекламы, размещать их здесь и потом уже выставлять готовые шаблоны. Ну и здесь, соответственно, будет приходить вся статистика по выполнению ваших заданий. Ну, в общем-то, очень даже все неплохо. Так, переходим к разделу пользователя. То есть это касается тех, кто здесь выполняет какие-то задания. Значит, обратите внимание, здесь есть. Ну, обязательно, если вы зарегистрировались в этом проекте, но у вас еще нету установленной программы, вы должны ее установить. Скачать. Так, ну это тут, извините, у меня возникает еще задание. Я их постепенно закрываю. Вы должны установить, скачать программу для заработка, вот нажав на эту ссылочку. Кроме того, вы можете привлекать как рекламодателей, с которых вы будете получать деньги, так и людей, которые будут работать, то есть рефералов. Для этого у вас здесь имеется вот такая вот ссылочка, которую вы можете распространять через социальные сети или каким-то другим путем своим друзьям, просто предлагать зарегистрироваться под вами. Ну, кроме этого, у вас есть такая система баннеров, нажимая на которые, люди тоже будут становиться вашими рефералами, заходить, регистрироваться, становиться вашими рефералами. То есть вы можете разместить его у себя на сайте и так далее. Так, что здесь еще? Ну, тоже здесь можно свой баланс контролировать. С этого же раздела выводятся деньги. Вот. Так, описание партнерской программы, ну, здесь сколько вы будете чего получать, баннеры и так далее. Здесь вот отображаются ваши рекламодатели. Если кто-то по вашей ссылочке зарегистрировался как рекламодатель, вот здесь ваши рефералы отображаются. Ну, посмотрим, у меня есть рефералы. Вот, не все, правда, работают, но, тем не менее, что-то есть. Так, переходы по вашей ссылочке. Тут тоже вот указывается, сколько раз прошли по вашей ссылочке. Ну, как бы вот в основном я вам все показал. Поэтому под видео будет указана моя ссылка, по которой вы можете зарегистрироваться. Смотрите видео, подписывайтесь на канал. Буду выкладывать видео инструкции, как выполнять какие-то задания. Потому что иногда бывают такие подводные камни в заданиях, и узнаешь о них только в процессе работы. Вот я постараюсь выкладывать как можно больше, и вы уже будете знать, как обходить эти подводные камни. Всем удачи, смотрите видео, до свидания.